Здравствуйте! Представляем вашему вниманию видеообзор двигателя автомобиля Land Rover Freelander. Год выпуска 2003. Объем двигателя 1.8 К16. Крышка и маслозаливная горловина чистые. Нагара эмульсии нет. Замер компрессии. Первый цилиндр. Тринадцать килограмм. Второй цилиндр. 13 килограмм. Третий цилиндр. 12.5 килограмм. Четвертый цилиндр. 13 килограмм. Низ мотора чистый и сухой. Видимых дефектов на двигателе нет.